Так, посылка. Будем скрывать. Пакет в пакете. Кстати, как развязывать узелки, нужно тут накрутить и протолкнуть накрученное. Лайфхак. Так, ух ты, пакет в пакете с пакетом. В пакете. Здесь у нас блочок. Под торкс винты и биды и кранчик. Включаем. Экран не загорается. Отлично. Смысл его делать? Перепаивать экран, которых нету. Ну, в общем, будет произведена замена на новый, на запасные части. Ну, то есть на новый блок. И сейчас мы его пойдем проверять. Вот тут видно трещина на стекле самого дисплея жидкокристаллического. Вот как-то так. Вот аналогичный блок. Подключаем пульт. Подъемник, сам привод. Ничего не происходит, потому как батарейка, скорее всего, разряжена. Да, батарейка разряжена. Будем подключать к сети. Подключили к сети, дисплей загорелся, от клавиш работает, от пульта работает. Проверяем еще раз. От пульта пошел вверх, вниз, все работает. Здесь зарядка идет. Оставим на зарядку и отправим клиенту на замену.